Так, поехали, 1-0, сделали. У юных спортсменов необычная тренировка. Игроки хоккейного клуба «Ак-Барс» приехали показать мастер-класс. В центре хоккейной подготовки прошла игра. В каждой команде были взрослые и дети. Играли 2 тайма по 7 минут. Впечатлений хватило всем. Вспоминаю себя в детстве, когда приходили тоже ребята-мастера. Ты получаешь какой-то заряд энергии, видишь, куда нужно стремиться. Понятно, что мы здесь на полную не выкладываемся, но все равно, я думаю, у ребят эмоции останутся на долгое время. Нужно ставить перед собой самые высокие цели, задачи и где-то даже мечты, к которым нужно стремиться и потихоньку, шаг за шагом. У команды появилось свободное время, рассказывает Алмаз Гафиятов, и они решили заняться социальными проектами. В рамках этого тура они посетили Нижнекамск и Альметьевск. Я думаю, эти мероприятия, они как раз и помогают игрокам, да, не просто проводить тренировки, а встречаться с детьми. Как раз вы видели, наверное, тоже игроки, они зажигаются здесь, начинают играть, начинают вспоминать, как было у них в детстве, да. То есть, если для игроков это встреча с детьми, то для детей, я думаю, это целое событие. Конечно, очень круто. Я тоже когда-то был таким мальчишкой маленьким, и так как мой отец был хоккеистом, я, в принципе, жил на арене и всегда мечтал встретить там своих кумиров или игроков с главной команды, поэтому я представляю, как они себя чувствуют, и я всегда только за провести с ними время. После игр на льду часть спортсменов отправилась на экскурсию в научно-исследовательский учебный центр ВШН, а другая на следующую игру, только по баскетболу. Здесь они встретились со студентами. Артем Лукоянов поделился тем, что ему всегда радостно возвращаться в Альметьевск, на малую родину. И хотелось бы, чтобы его команда видела, как здесь красиво и современно. Про юных хоккеистов сказал, что самое главное – желание, а уж научиться можно всему. Нас сгруппировали, мы договорились, что сюда приедем, заехали детям, хоккеистам, заехали к ученым, поэтому посмотреть, как у них вообще, как они здесь живут, чем питаются, во что играют. Поэтому, ну, для них, конечно, я думаю, радостно, что все равно хоккей, наверное, наблюдают, смотрят, и я думаю, какие-то эмоции они в любом случае получили. Маргарита Трегубенко, Ильнур Залятов, новости Юго-Востока.